Модерн по проекту самого владельца самарского художника, Константина Павловича Головкина и архитектора Тельфера. Еще построен он был в 1908-1909 годах. Константин Павлович Головкин родился в семье купца второй гильдии. Его отец владел в Самаре несколькими магазинами, а сам Константин наследственно занимался торговлей, имел фирменный магазин художественных принадлежностей, был художником. Впоследствии он стал основателем художественного отдела городского Самарского музея и был одним из организаторов местного яхт-клуба. И еще в 1904 году он одним из первых в Самаре купил автомобиль «Опель» и вот построил себе дачу. Она является памятником архитектуры и объектом культурного наследия.